Представляем вашему вниманию маршрутизатор от компании D-Link модели DSL2540U. В комплект входит сетевой кабель с коннекторами RJ45, сплиттер, блок питания, телефонные кабели, а также инструкция пользователя и диска с программным обеспечением. Маршрутизатор ADSL 2 – это доступное и высокопроизводительное устройство для дома и небольшого офиса, благодаря применению стандарта ADSL 2 и ADSL 2+, со скоростью потока до 24 Мбит за секунду, расширенными функциями межсетевого экрана и встроенному 4-портовому коммутатору. Этот маршрутизатор позволяет организовать безопасное и высокоскоростное интернет-соединение для дома или небольшого офиса. DSL2540U обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI, ведет протокол попыток хакерских атак, таких как отказ в обслуживании DOS. Перед передачей данных во внутреннюю сеть SPI проверяет содержимое заголовков во всех входящих пакетах. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе MAC IP-адресов, источника и приемника. На задней части расположилась кнопка «Включить-выключить», разъем для подключения блока питания, кнопка «Reset» сброса настроек, 4 исходящих порта USB RJ45, а также входящий порт для DSL кабеля. На нижней части расположились противоскользящие ножки, а на лицевой части разместилась индикация «Включено или выключено устройство», «Соединение DSL», а также индикаторы подключения LAN-портов. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.